В здоровом теле здоровый дух. Приверженцев активной жизненной позиции с каждым годом становится все больше не только среди солигорской молодежи, но и среди пожилых людей. Представители старшего поколения участвуют во всевозможных соревнованиях, викторинах и конкурсах. На днях около 30 человек испытали свои силы в конкурсе «Суперстар» по основам безопасности жизнедеятельности, который проходил на базе городского дворца культуры. На сегодняшний день на территории Солигорского района произошло 66 пожаров, на котором погибло 3 человека. К сожалению, как показывает статистика, большой процент гибели и возникновения пожаров происходит с людьми пожилого либо преклонного возраста. Поэтому мы проводим широкую профилактическую работу именно с этой категорией граждан. Викторина, дартс, боулинг, скандинавская ходьба, эстафета. В знаниях жизненно важных правил, а также ловкости и сплоченности посоревновались участники двух команд. Непоседы, представляющие совет ветеранов, и огнеборцы, студенты университета третьего возраста. Для Анны Смоляковой прохождение испытаний стало хорошей возможностью попробовать себя в новом виде спорта. Для себя занимаюсь йогой, танцами, скандинавской ходьбой. А тут попробовала сосредоточиться, и получилось играть и в дартс можно. Вошла в азарт, я хочу еще. Команды проявили себя и с творческой стороны. В конкурсе визитных карточек жюри оценили тематические частушки и песни. С Днем пожилого человека участников конкурса поздравили талантливые воспитанники Дворца культуры. Хорошее настроение, а также заряд энергии и бодрости получили все присутствующие. Завершилось мероприятие награждением победителей. Первое место заняла команда «Непоседы». Полезные подарки достались каждому участнику.